Здравствуйте, уважаемые родители! Предлагаю вашему вниманию игру для профилактики плоскостопия «Рыболов». В эту игру вы можете поиграть с ребенком дома. Для этого вам нужно из обычных губок для посуды сделать рыбок. Цель данной игры – укреплять мышцы связки стоп с помощью профилактики плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке. Ход игры. В обруч прут рассыпаются рыбки. С другой стороны лежат два обруча садки. Задача ребят – собрать как можно больше рыб. Главное условие – рыбок можно собирать только при помощи пальцев ног и брать только по одной рыбке. Если почаще ходить на такую рыбалку, плоскостопия точно не будет. Веселее песенка поется.